Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор новинок Faberlic, а точнее мы будем с вами тестировать вот такую вот палеточку, блески, карандашики и так далее. Поехали! В заднем плане еще лежит заказ, который только что отсняла. У меня уже есть тон на лице. И поэтому мы с вами приступаем непосредственно к макияжу глаз и лица. Здесь есть оттенки, которые можно использовать как румяна и как контуринг. Вот этот вполне сойдет как контуринг, вот этот как румяна. Все вам просвочу, все покажу. Давайте попробуем с вами вот этот оттенок немножечко законтурироваться. Тенюшечки пылят, но тем не менее очень неплохо. Очень неплохо передается цвет. Вот, допустим, скулы, да, вот этим оттеночком. Ну, вроде как что-то есть. Что-то. Я буду без зеркала краситься. Только на камеру. Есть, есть. Вот этот оттенок очень хорошо подходит для контуринга и неплохо тушуется. На лице у меня сейчас, ну, как бы только кушон тон. Вот здесь немножко. Нормально, нормально. То есть одной палеточкой, в принципе, все лицо сделать можно. Нормально, в целом неплохо. Такой деликатный контуринг. Немного припудрилась, и давайте попробуем как румяна использовать вот этот оттенок. Набирается очень хорошо, вот прям очень. Изумительно. Все-таки взяла зеркало. Угу, есть контакт. Еще какой? Так и оставим, да? Прям так это хорошо пигментировано. Прям очень хорошо. Надо что-то с этим срочно делать. Хорошо пигментировано, набирайте совсем чуть-чуть. Так, сейчас чистую кисть возьму, попробую растушевать это все дело. Во! Отличненько. А то прям это нюшечка. Морфушечка. Все отлично. Как румяна можно использовать вполне себе достойненько. И пигментированно. То есть одной палеткой хоп и хоп. Так, тени, дорогие мои. Какие мы с вами будем использовать? Давайте холодный тауп. Ну нет, начнем, наверное, с вот этого самого светлого оттенка. Используем его как подложечку, на котором мы, собственно говоря, все и будем тушевать. Прямо вот так. Слушайте, он достаточно яркий, его навеки заметно. В палетке не скажешь так. Подложечку. Чтобы у нас все тушевалось лучше. И второй глазик, и нижнее веко. Готово. Дальше хочу на растушевочку к внешнему уголку глаза взять вот этот вот холодный тауп. Тауп. Холодный смоки. Холодный бледный смоки. Вот так. Великолепный, кстати, оттенок. Я вот такие очень люблю. Его видно. Его видно. И какую-нибудь блестюшку с вами выберем на повседневку. Мы сегодня не будем с вами делать прям такой макияж на выход, потому что мне сейчас сад еще за ребенком идти. Меня неправильно поймут. Тушуем к виску все это дело. Вытягиваем. Видно. То есть видно, оттенок красивый. Я вам все оттенки просвочу и покажу. То есть, видите, его видно. Он хорошенький, такой яркий. Приятно работать с тенями, как будто это тени не Faberlic, слушайте. Потому что в последнее время у меня к палеткам Faberlic вообще рука не лежит. А тут прям, ну, приятненько работать с этим оттенком. Им же буду подводить и нижнее веко. Прям вот достойное качество. Вот достойное. С учетом того, что так бюджетненько, но по VIP-программе вообще как бы за копейки. Очень достойное качество. Нижнее веко еще сейчас немножечко. Так, мы потом подтушуем. И вот так. Соединяем все с верхним веком. Это дело. Мне нравятся пока оттенки. Очень неплохие. Очень неплохие. Прям достойный. И не скажу, что у меня там на лицо что-то сильно осыпалось. Нет, если кисть тряхивать, ничего не осыпается на лице, нормально. Так, какие же мы с вами возьмем блестюшки? Я прям в растерянности, если честно. Но вот эти два оттенка мы сегодня точно не будем делать, потому что, ну, это вообще, это прям праздник, праздник на глазах.
Давайте вот этот, что ли. Вот этот? Нет, он тоже будет очень ярким. Давайте вот этот. Вот этот оттеночек. Я буду пальцем это все дело делать, но сейчас я покажу вам, как он набирается кистью. Такое вот розовое золото. Розовое золото. Оттеночек прям розовое золото. Я наношу его на серединку. Вот если хотите немножко подчеркнуть свежесть взгляда, то на этом надо остановиться. Все. Вот на серединку над зрачком. Прям немножечко. А если хотите блистать, то продолжаем. Но наконец на внешний угол глаза не завожу. Но поднимаюсь повыше к неподвижному веку. Почему? Ну, в принципе, его можно как хайлайтер использовать. Почему поднимаюсь? Чтобы нависшее веко сделать не нависшим. Так. Красивый оттенок. Розовое золото. Вот этот он очень неплох. Немножко еще добавляю на неподвижное веко вот здесь, чтобы раскрыть глазик побольше. Вот так. Сейчас мы еще все это тушанем, но уже блестит, да? Блестит прям хорошо, когда пальчиком. Давайте на другой глаз попробуем кистью. Раз пошла такая пьянка, надо потестировать. Так вот, нашла чистую. На кисть. На кисть набирать, слушайте, куском. У меня прям вмятина получилась в этом оттенке. Прям, видите, вмятина. Как-то прям набирается куском. И почти не стряхивается. Смотрим. Ой, и кистью великолепно, вы знаете? Вообще ничуть не хуже. Но пальчиком, что ли, как-то поравномернее сияние. Да, пальчиком все равно мне больше нравится. А так и кистью очень неплохо. Вы, наверное, не видите вообще разницы, да? Ее, в принципе, нет практически. Вот так. Если этот оттеночек немножечко вот сюда припылить под бровку, можно. Он там неплохо смотрится. Не грязнит века, но сияние немножко добавляет. Неплохо, вы знаете, неплохо. Вот на повседневочку макияж с этим оттенком очень неплохо. Так, что теперь? Немножечко все дело это тушуем. По контуру прям немножечко. Блески тоже у меня на лицо никуда не осыпались. Я прям приятно удивлена. Прям приятно удивлена. Очень-очень. Подводку зеленую, я думаю, мы сюда делать не будем. Вообще стрелку никакую не хочу. Ну или давайте просто посмотрим цветопередачу. Прям вот на кончик глаза, на контур. Немножечко. Сияй, сияй. Мы сегодня сияем. Красиво. Нет, подводочка все-таки была нужна. Красиво. Так, артикул я вам не сказала. 56-758. Зеленая блестящая подводка. Палетку уже не скажу. Без артикула легко найдется, потому что коробку выбросила. Куда-то. Она здесь рядом, но искать уже ее желания нету. Мне понравилось, девочки, качество палетки. Я, конечно же, в конце дня вам покажу, как относился макияж, потому что вот у меня лично до этого многие тени Faberlic века съедала. Вот почему они мне не нравились. Мне нужно, чтобы как я накрасилась, так и ходила целый день. А у меня тени Faberlic палетка съедала. Так, сейчас я нанесу тушь и будем красить губы. Пока у меня первый слой туши фиксируется, давайте мы с вами будем карандашик вот этот наносить на губки. Артикул 411-32. И вот этот блеск голубенький, который действительно голубенький. 411-36. Я все губы закрашу этим карандашом, сделаю и контур. Смотрите на свотч. Он был в обзоре заказа. Я сейчас все еще раз продублирую, покажу. Потому что у меня татуаж на губах. И на ваших губах будет смотреться по-другому. Но вообще этот цвет мне очень нравится. И он мне подходит, видите, вы его не видите. Можно подарить себе миллиметр. Можно даже два. Классно. Красивый оттенок, да? Нанесла второй слой туши, карандашик. Сильно много миллиметров я себе подарила. Очень красивый оттенок. Но если у вас губки бледнее, то есть, соответственно, они у меня яркие, то и
Финиш будет бледнее, прям такой нюдовый-нюдовый. Мне очень нравится. Цвет карандаша вообще шик, блеск, красота. Глазки у нас тоже с вами готовы. Так, финишная прямая, блеск голубой. С очень крутой, интересной кисточкой. Впервые такую вижу. Добавим губкам голубизны. Кстати, к этому карандашу именно голубые блестяшки подойдут, я уже чувствую. Это будет смотреться по типу дуохрома. Класс. Он, кстати, не липкий. Но сейчас еще нанесу. Почему не беру никогда блески Фаберлик? Я, в принципе, блески не люблю. Мне больше матовая нравится текстура. Но и потому, что они липкие. Приходится много раз макать. Он очень густой. Так. Пишите, девчонки, нужен новогодний макияж в декабре? Если что, отснимем. Он наверняка будет с этой палеточкой. Такой прям яркий, красивый. Нужен? Если нужен, сделаем. Смотрите. Я не знаю, увидите вы голубые блески или нет. Я их и вижу. Но они не портят и никак не опошляют этот макияж. Как бы все отлично. Так, ну все. Я знаете, что хочу еще сейчас? Футболку одеть, показать вам коричневую. Ну и сказать вообще, как по размерам. Футболочка, артикул у нас с вами уже не скажу. Ну вот эти футболки, которые оверсайз у меня. Вот скажу. Так, 870-101 в размере XXL. 92 хлопок, 8 эластан. У меня в коричневом цвете она. Я хочу ее уже померить и посмотреть для завершения образа. Слушайте, отличненько. Отличненько села, прям хорошо, все супер, прям вообще. Все село, нормально, тянется хорошо, рукавчик хорошенький, недостатки скрывает. И цвет мне этот нравится. Правда, цвет такой хороший, вот коричневый, благородный. Очень хорошенький, прям вообще супер. Так, ну что, смотрите, вот губки. Вот глазки. В конце вечера вам обязательно покажу, как макияж относился. Съела тени века, скатались ли они и так далее. В целом мне безумно палетка понравилась. Сейчас еще просвочу вам на руке все оттенки. Так, ну все, до вечера. Ну и показываю свотч. Смотрите, в каком порядке делала. Начиная с вот этого, первый ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый. До конца, до вот этого последнего оттенка. Вот сводчик карандашика. Так, и вот сводчик, вот этот персиковый карандашка для губ. Так, и поехали. Смотрите, вот этот средний ряд, он первый. Вот как они идут. Все оттеночки. Дальше продолжаем вот эти оттеночки. И самый нижний ряд, вот он начинается с коричневого оттенка. Вот эти два блестючих оттенка, которые набираются кусками. Вот эти, они набираются кусками. То есть их нужно обязательно закреплять базой или чем-то. Видите, прямо ложатся кусками. И вот последние два оттенка. Вот этот, кстати, предпоследний, последний. Очень красивый. Вот последний, который мы с вами как подложку использовали. Вот. Так что вот такая красота. Очень носибельная, крутая палетка. Еще хотела сказать, девчонки, вот этот вот блеск детский, розовый, который в бутылочке из-под молока. 408-41. Я сейчас мыла руки с мылом, оттирала сводчи. Он не стерся. Вы представляете? Так что, кто хочет подкрасить розовым губки немножко вот так, и чтобы они держались весь день, берите детский вот такой вот бальзамчик. Вообще вещь. Вот такой. Вообще, я терла-терла с мылом, с мочалкой, и смотрите. Ну что, мои хорошие, вечер. Показываю глубокий вечер, как относился макияж. Все на месте, все блестит. Все просто отлично. Тут освещение плохое такой в ванной. Но там еще хуже сейчас. Тени стойкие, палетка потрясающая, века их не съела, блестючки все на месте, все здорово, мне очень понравилось. Вот камера вам не очень хорошо передает, в зеркало я вижу то, что поярче цвет на веках, поэтому я довольна. Мне кажется, это самое лучшее по насыщенности, по пигментации, по нанесению палетка Фаберлик. Так что смело рекомендую. Ну и на этом все, мои хорошие. В следующем ролике будем тестировать дальше все новиночки. По детской линейке уже есть ролики в Дзене. Уже выложила, сняла, делали маникюр лаками и так далее. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.